Вот, сразу все прилетели. Давай я менту позвоню, спросим. Алло. Слышь ты, уёбок, я хочу спросить. Кто ты хочешь спросить? Кто это? Представься, пожалуйста, с кем вы имеете честь общаться? Меня зовут Георгий. Место, адрес проживания Георгий, фамилия. Георгий! Не понял, какой? Ты заебал меня, алло! Я заебу, когда приеду к тебе домой. Не надо! Ну, все в порядке, Георгий. Да он трубку дал. Мама! Перезвоните, пожалуйста, за этому человеку телефон. Нет! Не понял. Да ты нихуя не понимаешь, обезьяна тупая. Да пошел ты нахуй, тупой, блядь. Георгий, пиздец. Мы провели огромные изменения на Siege of Craft и добавили кучу интересных плюшек. Именно поэтому мы решили сделать скидку на владельца сервера 95% всего лишь пару дней. Потому что если ты хочешь снимать антигрифер шоу, то тебе нужна именно эта привилегия. Ломай дома грифера, ломай кучу домов, сети чертов дом грифера. А также можешь установить себе абсолютно любой префикс на сервере Siege of Craft. Ну и в конце концов, забань этого грифера. Также мы скоро дадим владельцам возможность сажать всех гриферов в тюрьму нашего сервера. Поэтому не упусти свой шанс, пока на него действует скидка. Ссылка в описании ролика. Смотрите, какую, дорогие друзья, ловушку сделал наш многоуважаемый грифер. В чате написал, что все на варп админ, раздаю админа бесплатно. Смотрите, и люди потихонечку начинают, вот, телепортировать. Смотрите, он здесь целые кубики построил. Эти кубики, это кубики эффектов, которые дают всякие штучки. Они, естественно, здесь не работают, работают они только если поставлю их я. Через специальную команду, через специальный плагин настрою. А он просто их поставил, как NPC. Расставил здесь больших гигантов зомби, написал типа админка и пишет, раздает админку. Вот его ник, Аллах Акбар. Мой ник Володя. Володя, рад познакомиться, я Володя. Почему я такой ник сделал, не знаю, просто прикольное имя Володя, чтобы он меня опять не вычислил никто. Вон, пишет, на месте стойте, кто-то молнией херачит. Сейчас выдам, смотрите, он пишет, сейчас выдам, а может он правда выдаст, я не знаю. Может он втихаря от меня взломал мой сервер и сейчас будет выдавать админки, я же не знаю. Ник у него забавный, уебан 8915. Так, что-то ставит, смотрите, что-то он задумал, А, смотрите, у него здесь скелеты необычные, они вот у него, они у него он, называются пидор. Он их здесь расставил. Это владелец сервера, он это все вот поставил, чтобы, видимо, заманить людей, чтобы они им поверили, чтобы вот люди сюда телепортнулись и подумали, ух ты, как круто. Вот он при мне также убивает людей. Вот, пожалуйста, мы сейчас... Он просто очень долго стоял, нужно было обязательно зафиксировать, как он убивает людей. Он пишет в чате, мать, так сказать, благодарил за жизнь святую. Вот, прикольный чувак, смотрите, он его прям номинал. Пидор. Ну, как можно скелета назвать? Он же хороший, добрый. А, он, все, опять он убивает людей. Конечно, он не отличается умом. Что-то он так себе гриферит. Но он уже нарушил правила, и мы с него снимем владельца сервера, который принадлежит ему не по праву. Не даже целые фаталии собирают. Смотрите, админ бьет владельца сервера. Ну-ка, кто кого? Кто же кого? Грифер или все-таки наш обычный игрок? Посмотрим за этим боем. Ну-ка, наверное, вы странно думаете, как же я так сижу и не помогаю? Бред какой-то. Ну давайте, давайте, посмотрим, кто же победит. Давайте, кто же. Слушайте, я думаю, надо лишать его привилегий уже, потому что, может, у него не очень получилось, но мы сейчас его лишим. Смотрите, он бегает! Он отбегает на ринге! Вот это ситуация! Кто же кого? Ну-ка! Кто? Кто? Ну! Слушайте, давайте сделаем ставки. Ставьте там, как там, все эти... Поднимем деньги. А, он съел яблочко. Ну, это вечная тема будет, все понятно. Я решил позвать сюда людей через консольку, написав все на варп админ тут грифер. Давайте подождем, сколько людей здесь появится. Смотрите, вот, сразу все прилетели. Пусть все сразу знают о нем. Читер 222888, наш постоянный игрок. Вы, наверное, уже замечаете в ролик. Пусть они ему все разломают здесь. Давайте они ему здесь все разломают. Вы все мрази, он пишет. Смотрите, очень интересно, эргоинфо. Эргоинфо крейзи. Смотрите, здесь целая прям ситуация возникла. Кстати, место неплохое. Вот у нас спаун новый. Если что, у нас новый спаун. Заходите на сервер. Слушайте, ну нам с вами надо с ним связываться. Пошли вместе в скайп. Вместе в скайп. Я тоже хочу убивать. Давайте мы пишем это, как всегда, с ошибками. Ну-ка, написал. Да, слушай, пошли вместе в скайп. Я также хочу убивать. Давайте мы поспамим. Слушай, пошли вместе в скайп. А то он не увидит. Ему тут Тару Ютапчик. Вот это я не понял, Тару Ютапчик, может я что-то недопонимаю. Грифер тупой, грифер подлумри. Смотрите, люди сразу просекли то, что это грифер. Скрины в группу ВКонтакте обязательно выложу, что здесь было. Ну-ка, ссылочка в описании ролика, захотите в группу зайти, можешь зайти. Поможешь всех ее... Что он написал? Поможешь? Поможешь! Через А и И. Что? Как? Да, 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 да. Го, говори, скап. Вот так, да, да, го, говори скап. Давайте посмотрим, как он, что он сейчас, какой здесь скап назовет. Я, кстати, потерял его, где он? Вот он стоит, вот ублюдок. Привет, YouTube от рации, что? Мой ник у... Да я знаю, что твой ник этот.
Скайп! Так, давайте еще спросим. Может, он неправильно понял. Мне нужен... Это твой ник, а мне нужен Skype. Вот, давайте так напишем. Мне кажется, он что-то недопонимает. Естественно, мы сейчас с ним связываемся, узнаем причину, почему он так делает с игроками. И лишим его Нави машины белый Мерседес. Да при чем здесь Нави машина белый Мерседес? Я говорю, какой у тебя ник в Skype? Или это есть твой ник в Skype? Давайте еще раз ему напишем. Это твой ник в Skype. Я думаю, что он меня не понял. Гриферы часто, знаете... А, мой Skype... А, он матерится уже. CSGO 2.4.1. Мой скайп CSGO 2.4.1. Вот сейчас будем с ним связываться, друзья. Вот сейчас уже... Вот смотрите, ему уже предъявляет. Вот уже толпа собралась. Типа, кто ты вообще? Кто ты, Грифер? Что ты творишь вообще? Ну, сейчас мы позвоним, узнаем, что за человек. Так, звоним. Алло, где ты? Алло. Алло, здравствуй, мальчик. Алло. Здорово! Мальчик! Помоги мне их всех убить! Кого убить? Их! Зачем ты? Слушай, ты сейчас через бродкаст писал и говорил, что ты раздаешь админку, да? Что-то там, я не помню. Да. А зачем? Надо! Вот ты зачем их убиваешь? Они уже и так просекли, что ты грифер. Да мне пофиг. Ну, в общем, я писал тебе, что я помогу тебе с этим. Ты готов? Да! Скажи мне, как ты хочешь, чтобы я тебе помог? Убить их всех! Всех их убить? А как? Да! Ты сейчас... Их знать и убить! Мальчик, у тебя есть совесть? Да! А где она тогда? У меня! Слушай, надо убирать вот это все, что ты сделал, а то тебя накажут, тебя лишут привилегий, вот эти все штучки, которые здесь поставили. Я думаю, надо их сейчас лишить. Вот. Не надо! Смотри, видел, кто-то молнией стрельнул, видел? Да, блин! И все сразу... Идите. Эти кубики пропали! Кубики пропали, прикинь! Кто? Я не знаю! Я не знаю, кто это сделал! Как понять? Не знаю! Убей их, пожалуйста! А ты банил кого-нибудь? Ты... Да! Кого? Всех! Кого всех? Все же здесь! А как только бан пропадал, я их банил все время. У меня никогда в бан не откатывается. О, все, откатился. Куда откатился? Что ты хочешь сейчас сделать? Забанить? Кого? Кого забанить? Сейчас смотри, забаню. Мальчик. Ты человека это. Танец в резурке. Слушай, а можно я тебя буду звать Володя? Нет! Ну можно я, пожалуйста, буду тебя Володя звать? Мне нравится Володя тебя называть. Нет! Володя! Слушай, Володь, ну ты что, будешь кого банить, нет? Я не Володя! Ты не можешь никого банить, да? Нет! Почему? Ты какой-то странный. У меня еще бан не откатился. Меня бьют, я не могу команду использовать, когда меня бьют. А вот... Мне еще 104 секунды ждать. Я уже банил. Слушай, а у тебя ник 8915, да, заканчивается? Я хочу просто написать спасибо тебе тут от всего сервера. Да. То есть уебан 8915. Да. Да? Все. Да. А, сейчас, все, смотри, жди благодарности. Сейчас. Все. Вот, пожалуйста. Сейчас жди от админа благодарности. Консоль банит уебан 8915 for Creeper лал. Что сделал, алло? Я что сделал? Забанил. В смысле? В прямом. Это ты? Да. Ты что, мразь? Тупоёб, что ли? Я думаю, нет. Я думаю, я нормальный человек. Разбанить? Зачем? Скажи мне, зачем мне тебя разбанить? Объясни мне. Чтоб я играл. Играл? Ты убиваешь других людей. Ты не играешь, ты портишь жизнь. Ты херней занимаешься на сервере. Хоть ты и владелец сервера. И что? А это не запрещено. Как не запрещено? Запрещено. Убивать за не запрещено. Убивать запрещено. Это правило всех игровых серверов. Ну, по крайней мере, мы... Давай спросим, убивать разрешено или нет. Давай ты не пудри мне мозги. Позвоню. Я сейчас просто скайп сброшу. Давай я менту позвоню, спросим. Кому позвонишь? Менту! Полицейскому, что ли? Да! Спросим! А что спросить-то хоть? Убивать можно или нет? Кого? Игроков других, людей! А какому менту ты собрался звонить? Это правоохранительные органы. Или ты... Спросим! Или ты меня обмануть решил? Нет, давай вот сейчас позвоню, согласен? Ну, звони. Ты уже звонишь? Да. Да. Алло. Алло. Слышь, ты
уёбок, я хочу спросить. Не понял. Спросить хочу. Ладно, сержант Кобыл слушает. Я хочу спросить. Что ты хочешь спросить? Кто это? Представьтесь, пожалуйста, с кем вы имеете честь общаться? Это я, это, меня зовут Георгий. Не понял. Георгий. Место, адрес, проживание, Георгий. Фамилия. Георгий. Островок. Георгий, полностью представьтесь, пожалуйста. Имя, фамилия, отчество, место проживания. Остроумов Георгий Дмитриевич! Не понял, какой? Да ты заебал меня, алло! Я сейчас заебу, когда приеду к тебе домой. Не надо! Я хотел спросить, алло! Это, вы Сергей, да, или как там вас? Я хотел у вас спросить, то самое это, а убивать можно? У вас голова все в порядке, Георгий? Да! Кого вы убить планируете? Игроков других! Вам что, 5 лет, Георгий? Нет! Кто вам трубку дал в руки? Где ваши старшие? Кто за вами смотрит? Мама! Передайте, пожалуйста, за этого человека телефон. Нет! Не понял. Да ты нихуя не понимаешь, обезьяна тупая! Георгий, вычислил по номеру телефона, и вам потом будет просто пиздец. Да пошел ты нахуй, тупой, блядь! Обоссанный, дегенерат! Всё, бля. Володя. Чувак. Ты что за Володя? Володя. Пацаны, а ты не Володя? Нет. Ты зачем доблестного полицейского так унизил? Зачем? Потому что он мразь. Слушай, давай я скайп сбрасываю. Пошел ты нафиг. Админку тебя забрали, забанили. Полицейского жалко. Правда. Так нельзя. Нет, вообще. Ты восстанови меня, админку. Ты больше не нарушай. Давай. И с полицейским так не разговаривай. Стой. Алло. Желаю удачи в жизни, Володя. Да стой, я не Володя. Я знаю, что ты не Володя. Ты суп. Стой, ну пожалуйста. Так, мне неинтересно на самом деле с такими людьми разговаривать, потому что они какие-то бесполезные. Слушайте, ну выпуск такой получился, да? То есть я его... Тут много будет вставок таких, я много буду монтировать, потому что он много тупил, стоял, что-то не делал. То есть это же... Не буду вам все показывать, правильно? Поэтому, дорогие друзья, мне жалко полицейского, который уже сотый раз попадается у нас в ролике. Они всегда это делают, часто любят звонить им. Жалко, потому что сотрудник полиции доблестно работает, а тут его, так сказать, обзывают. Смотрите, я хочу сказать обязательно, что мы сделали спаун новый на сервере. Мы сделали... Вот я про этот кубик вам говорил, друзья мои. Вот этот кубик, от него питается дракон. Вот, смотрите, прокачай себя. Вот, сюда жмешь, можно купить, например, увеличение прыжка. Достаточно денег. Ой, у меня денег нету, смотрите, текущий баланс. А, ну да, денег нету. В общем, они стоят здесь игровых монеток. И вы можете просто, как бы... прокачивать свое умение здесь, ну, сила там, прыжки. Полицейского очень жалко, друзья мои. Очень жалко полицейского. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Играйте на сервере Бадварси, Скайварси. И у нас скидочки на донат действуют, так как новый спаун. Вы это не забывайте, мы сейчас еще поддержим пару дней и все, и уберем, поэтому если хотите снимать антигриф, пожалуйста, по скидочке. Не тратьте денег в 5 раз больше потом. Жалко полицейского. Всем, друзья, спасибо за ролик. Всем пока-пока.